Так, с вами Даня Зевс. У нас тут план побега безопасности. И я решил для вас сделать видеообзор тренажерного зала в отеле. Бу-бух! Сразу такой мощный стоит большой тренажер. И, если честно, единственный. Это правда. Как мы знаем, в отелях, в крутых тренажерных залах мы редко можем встретить. Но, так, вот тут такие вот полотенца есть. И пошли, пошли, пошли. Что же у нас тут с вами есть? Значит, вот такая вот штучка. Тут можно всякие упражнения. Останови, хоть что-то. На, блядь. Хорошо, чтоб не блатовало тут. Такая штука. Шары тут есть. Маленький такой. Ты чё? Да ну встал в угол. Я сказал, в угол. В угол, блядь. Так, и большой. Ну, большой трогать не будем сильно-сильно большой. Ладно. Пошли дальше. Так. Тут у нас такая маленькая табуретка. Шо ты, что? Ты чё, падла? Такая вот, ну, сегодня на хорошем настроении, просто можем себе позволить немножко. Так, вот тут вот такие вот есть гантели, первый ряд для сосунков. Пошли на второй, такой более серьезный уже ряд для серьезных авторитетов. Уже такой помощнее. Ну и для самых малышей, которые сейчас будут смотреть это видео, вот такой вот. Маленькие вот такие вот гантельки. Бугагага. Я стебусь, ребята. Конечно же, я знаю, меня смотрят огромнейшие качки. И вот такая вот лавочка, на которой можно все что угодно. Можно присесть на нее. Какая ты хорошая лавочка. Ну, такая вот, короче, лавочка. На ней мы сегодня будем качать грудь гантелями. Ну и вот этот самый мощный такой тренажер. Неплохой такой тренажер, в принципе. Можно здесь и яички подкачать, я смотрю, здесь все, что хочешь. Вообще, в принципе, ногу тут можно, колено себе подкачать у кого. А вот можно присесть, как бы по немножко сходить в туалет. Ну, в принципе, хороший тренажер, но вообще, если серьезно, то здесь вот такие вот есть верхние ручки, тягу к себе делать. Есть вот такие вот снизу, как мы видим, все к себе, от себя. А тебя они не любят. Они любят все к себе притягивать. Вот такие вот есть у нас тоже, как мы видим, причиндалы. Ну и вот здесь можно уже сесть. И ноги здесь можно покачать, и попу. Короче, все, что хочешь. Пошли дальше. Значит, а тут еще есть. Тут еще есть у нас для ножек вот такой вот тренажерчик, на который мы сразу нас с вами не обратили внимания. Ну, конечно же, для бега. Конечно же. Дорожки тут, все что хочешь. И велосипедики покрутить. Ножки хорошенечко. Ну а тут слева две приятные комнаты. Некоторые шведы сюда водят девочек, я уже видел. Итак, что же это за комната? Мне очень интересно, что они сюда водят. Так, ага, это сауна. Все, понял. Я слышу тут какие-то звуки, крики, стоны. А это сауна. Ну, теперь все ясно. Ну, вот тут такая вот есть сауна с одной стороны. Это для М плюс Ж. И это чисто М плюс М. Шведы это любят. Вот такая вот сауна для... Такая мужская, скажем так. Отлично. И вот такой вот маленький самец подсматривает, как там ребята делают. Так, а здесь что? Здесь у нас комната, в которой люди моют себя, свое тело. Подожди, там кто-то есть. Тихо. Кто там? Там что-то есть? Кто там? Кто там рассказал? А? Не, вроде никого. Никого точно? Не, никого. Слава богу. Фух. Я думал, там кто-то есть. Ладно. Ну, такие вот, короче, ребята, дела. В 11 автобус. Покачаемся всего лишь полчасика. Я вам скажу, признаюсь, я уже этим занимаюсь. Время, телеки, в принципе, что тут еще можно снять? Лампа светит, колоночка. Больше ни хера нема. Ну, такие вот дела, ребят. До новых встреч. С вами был Данька. Всех целую, ребята.